На моем канале ты сможешь увидеть интересные факты, туториалы по использованию твоего устройства, топы топов, ништяки на мобилке. А совсем недавно я выпустил новую рубрику «Вирусология», где я рассказываю о самых опасных и интересных вирусах на Android. Все еще не хочешь подписаться? Сейчас на моем канале проходит конкурс. Все, что тебе нужно сделать, это поставить лайки на все мои видео и написать самый креативный комментарий под последним роликом. И не забудь упомянуть, что ты от Паши. Всего 3 победителя получат свою соточку. Итоги конкурса разглашу 5 марта. Дерзайте! Что будет, если взять драматический детективный сюжет, стилистику Америки 50-х годов прошлого века, но при этом сделать действующими лицами человекоподобных животных? Получится игра Black Set Under the Skin о приключениях кота-сыщика по имени Джон Блэксет. При том, что действительно круто, так это то, как представлены животные и как хорошо они ассоциируются с реальными людьми. Несмотря на то, что герои игры животные, сюжет вряд ли можно назвать детским. В нем есть интриги и любовные романы, погони, перестрелки, которые произошли в альтернативном Нью-Йорке. Здесь незадолго до долгожданного боксерского турнира произошла трагедия. Повешенным нашли владельца клуба, представляющего одного из самых ярких претендентов на победу. Следом пропал и сам претендент Роберт Йель. Единственным, кого все это насторожило, стала девушка по имени Соня, дочь того самого владельца боксерского клуба и по совместительству владельца тренажерного зала, который после смерти ее отца пришлось бороться с финансовыми проблемами клуба. Между тем, скоро должен состояться титульный боксерский поединок года за звание чемпиона. Она нанимает частного детектива Джона Блэкседа, чтобы расследовать исчезновение Роберта и найти его. Чтобы разгадать загадку, чертовски харизматичный главный герой, но и соответственно вы вместе с ним должны погрузиться в самое сердце коррумпированного и безжалостного преступного мира, управляющего этим видом спорта. Ведите расследование по-своему, вы можете использовать свои кошачьи способности, чтобы искать улики, а вот чтобы продвинуться в деле, Джон должен задавать неудобные вопросы. Некоторые персонажи увиливают от ответов, желают все остальное ставить в секрете. Вы можете выбирать вопросы и даже надавить на подозреваемых. А вот если дело дойдет до драки, придется защищаться. Также есть дружелюбные персонажи, которые готовы поделиться информацией и не боятся преступников. В любом случае в игре хватает ценных свидетелей, диалоги не выглядят затянутыми. А наличие более 3 десятков новых персонажей разнообразит игру, а возможность выбора квеста станет приятным сюрпризом, как и многообразие тем расследований. Любовная история, банальная классика, раунд-муви, шпионский детектив и многое другое ждет вас в этой игре. Не обошлось без шуток на тему видовой принадлежности и притеснения одних персонажей другими на почве цвета шкуры. Здесь вы встретите умных котов, бандитов-носорогов, псов-боксеров и не только. В общем, вы окунетесь в необычный, но очень красивый и интересный мир. А вот в поисках улик стоит заглядывать не только в помещения и урны, но и осматривать малоприметные места. Помните, что важное доказательство может лежать на виду, а может быть и спрятано в укромном месте. Сравнивайте и сопоставляйте факты, которые постепенно будут прояснять для вас всю цепочку событий. Опрашивайте свидетелей и других лиц, которые могут иметь хоть какое-то отношение к преступлениям. У каждого персонажа в игре есть своя собственная точка зрения вместе с историей, которую они желают вам поведать. Выслушайте внимательно все взгляды, чтобы проанализировать их на досуге. Находите несоответствия в рассказах, способных привести вас главным заказчиком. Вас ждет проработанный игровой сюжет, возможность принимать важные решения и влиять на исход всего приключения.
Нередко детективу предстоит делать сложный выбор, или согласиться на взятку, или пойти на компромисс, а то и вовсе отработать бесплатно, согласившись на дело нищего клиента. Главное, внимательно следите за всем, что происходит, и постарайтесь добиться благоприятного результата. Врагов будет крайне много, как и ситуаций, результатом которых могут стать далеко не самые приятные последствия. Поэтому рекомендую вам особо не торопиться и стремиться к желаемому результату. Вас ждут интриги, харизматичные, довольно колоритные персонажи, трагедии и заговоры, море прекрасно проработанных видеовставок и множество решений, от которых будет зависеть развитие сюжета и концовка игры. Продемонстрируйте идеальное детективное чутье и решимость, чтобы добраться до преступников. Вам придется поближе познакомиться с миром зла, куда забросит вас расследование, и постараться выбраться оттуда живым. Так что навострите уши, включайте все свои кошачьи инстинкты и погружайтесь в детективную игру Blacksad Under the Skin, чтобы найти все ответы, разгадать тайны и раскрыть, может, одно из самых опасных дел в своей жизни.